Сюда, давайте, братцы итальянцы. Бам! Счастливого пути! Отвечай, иди! Туда, пошел вон! На нахуй, ебать! Ебать, ебать! Рекомендую подписаться на канал Into Bros. Ребята только начинают и ждут вашей отдачи. Впереди еще больше угара и интересных рубрик по FIFA 16. Ссылочка на канал в описании. Смотрим и подписываемся. Химия 50. Это не команда, это просто говно. Всем привет, дорогие друзья. С вами я, Антон Чейз. И сегодня у нас прям такой жирненький покопенинг. Он жирнее, чем я... жирнее, чем Василий Уткин, и даже жирнее, чем Василий Уткин, съевший меня. Потому что сегодня, во-первых, очень-очень-очень крутая команда недели. Во-вторых, есть крутые паки по 100 тысяч и крутые паки по 35 тысяч. Так что, если не сегодня, то уже, наверное, никогда мне не выпадет ничего хорошего в этой фифе. Отдельное спасибо Ряду Максимову, который мне подогнал монеты. Он, так сказать, оказал мне гуманитарную помощь, хоть я и не живу в горячей точке. Но если мне не выпадет ничего хорошего, то подо мной уже будет кое-какая горячая точка. В общем, команда недели вот такая вот крутая, но я думаю, что мне, если и выпадет с моим везением, то максимум... То максимум sales, который quick sales. Так, ну вроде сосед ебанашка успокоился и перестал бурить. Такое ощущение, что он бурил, блять, Останкинской башни, то есть звук был просто ужасен. Хуже, чем, наверное, песни про Санту-Лючию, перепетые укупником. У меня уже такое было бурито от его бурения. В общем, давайте-ка начнем открывать паки. Начнем мы это славное, богоугодное дело по лайту. С халявного пака с Алабой. Многие мне писали: Антон, мне в халявном паке выпал Роналду, Месси, там, Нойер, кто-то еще. А мне выпадает вот кто, дорогие друзья. Скорее всего, это какой-нибудь сеньор-бомж из Турции или Мексики. И это, да, нерарный Оскар. Да, даже не тот Оскар, о котором я мечтал. Пля и Пинто. Класс, класс. Иисус, нам выпал Иисус. Это хорошее начало, Божье начало. И еще мне упал Глен из Walking Dead. Вот где он, сука, прятался от зомбей. И вот сейчас, дорогие друзья, самое интересное. Пак за 100 тысяч монет. 24 игрока, все редкие. Даже Кыся пришла на это посмотреть. Да, Кыся, смотри. Там сейчас будет какое-нибудь говно. Надеюсь, не зря я мучился, не зря я ебал себя в уши с помощью этого соседа. 2 часа, слушая его трели. Итак, момент истины, очень серьезный, ответственный момент. 100 тысяч монет. За 100 тысяч можно купить Ибрагимовича, наверное, Иньесту, Нойера и... Это Фабрегас. То есть максимум, что мне упало, это Фабрегас. За 100 тысяч мне упал Фабрегас. За 100 тысяч мне упал Фабрегас, который стоит... Нихуя! Ладно, я не унываю, хотя о чем я, сука, я уже плачу, я просто погибаю на ваших глазах, дорогие друзья, потому что впереди еще 35-тысячные паки, где-то штук 7-8 откроем, и первый пак пошел за 35 кэсов, давайте узнаем, что же там. Давай, нет, Варан не нужен, вот Кавани тоже уйди, Куртуа было бы неплохо, в принципе. Да, блять, в паке за 35 тысяч падает Бигля, и прям в тему, давай, еблан, хуярь, блядь. Дорогие друзья, второй пак за 35 косарей. 35 косарей — это цена Иньесты обычного. И я трачу на то, чтобы посмотреть на то, что мне выпадает. Дефо 79. Возможно, у меня какой-то проклятый аккаунт в этой фифе, потому что мне за все время... Я слил-то, наверное, уже лям на покопнинге, и мне выпал один информ из арабских каких-то стран. Игиловец ебаный. Наверное, сейчас игиловец терактом что-то один устроит за подо мной, сука. И чучачи, блядь, Тоньо, Гарван. Просто говно, просто лютейшая хуета, поебень. Дефо 79, пак за 35 тысяч, то, что нужно. Keep calm and открывай паки. В которых нам выпадает говно собаки, скорее всего.
Ну, Дани Алвес, в принципе, неплохой игрок. В принципе, может, он стоит. Пантелеймон! Пантелеймон, первым делом я тебя сохраню в клуб, иначе ты мне какое-нибудь говно принесешь, и мне падает чувак с малафьей на лице, или что это? Мудила, прекрати. Прекрати сверлить, я делом занят. Сука. Однажды, есть только одно сверление в мире, кто я прощаю. Это фильм «Армагеддон», когда сверлили астероид, чтобы поместить бомбу. Где там был Брюс Уиллис, в конце он так сильно плакал, я тоже плакал. Но сейчас я буду плакать еще больше от этих паков, потому что там падает очередное ебланище. Хотя бы один информик, хотя бы там 82, хоть что-нибудь, но место... Нойер! Да, блядь, конечно, Нойер, Лена. Лена, Лена, Леночка, Леночка, Поленочка. Хороших я имею в виду. Не каких-то там, блядь, Джонсонов, Хуйонсонов, Фалькао, да, спасибо. Стоит, наверное, 1002 Арбелоа. Я видел однажды дриблинг Арбелоа, теперь я вижу паки из говна, круто. Ну что ж, кончились крутые паки по 35 тысяч, где мы выпал Дани Алвес и сеньор говно из Турции. Остались паки вот такие вот еще, сейчас 4 штучки, наверное, откроем их и узнаем, что же будет там. Ну, да, мы знаем, что уже там, то, что... Смывается в унитаз. Раз, два, три. Три, два раз. Первый раз. Это кто? Это Ди Мария? Да, да, конечно, Ди Мария. Это Сальвио. Круто. Сука, выеби себя в жопу этим буром, мудила, блядь. Это, блядь... Сторон меня сегодня ебут. И Эспортс, и пидор. Ну, Хумельс какой-нибудь. Да, Мустафи. Отлично, просто супер, дорогие. Мустафи. И объятище. И кака-чука. С класс. Вот эти паки просто реальная кака. От чуки. Гази. Будь я украинцем, был бы рад. Теперь эта сука бьет мне по батарее, блядь. Ты че, сука, издеваешься, нахуй? Ты... Что ты хочешь от меня, мудак? Заебал, ну честное слово, сейчас спущусь, нахуй, обоссу, ебал ему, если он, конечно, не разрядник по какому-нибудь единоборству. Ну, давай, ну, Ди Марийка, пожалуйста, мне падает Ди Алессандро. Красное ебало, наверное, бухал перед тем, как сфоткаться на карточку месяца 4. Что, я тоже буду месяца 4 бухать после этих паков, если мне ничего не выпадет хорошего. Потому что, ну, по-другому как-то это все... Нельзя принять и простить. Просто задница. Просто полнейшая жопа. Я поставлю, построю 20 церквей, боженька, если мне выпадет в этом паке Месси. Но. Как там креститься-то? Это одурец. Ледники растают, восполнится Иордан. Всем упадут хорошие футболисты, но Антошеньки кукан. Давайте проверим, что же... Падает Антошеньки в предпоследнем паке за 25 кэсов. Казалось бы, 25 тысяч, хорошая цена, можно купить какого-нибудь крутого игрока. Но мне падает нерарное ебало! Класс, Эйспорт, супер, Манучо, Стекеренбург и Ирурета. Класс, класс, просто мечта всей жизни, чтобы не выпал Берия, блядь. Где что-то Сталин, блядь, раз Берия выпал. Не пропустите, самый большой набор говна... Который есть только в нашем ебущем свинарнике. Мега набор залуп и конских хуев. Спасибо, Эспортс. Так, последний пак на сегодня. Это будет пак за 15 тысяч. По описанию там что-то будет очень классное. То есть 7 редких, боже мой. Редкая какашка. Какашка мамонта тоже редка. Поэтому, скорее всего, она мне и упадет. Давайте-ка узнаем, боже мой. Вот. Баптистау, блядь. Баптистау импоку. 360 тысяч монет на то, чтобы мне выпал мпоку. 360! Я бы купил бы себе Ибрагимовича. 10 Фабрегасов бы себе купил, но мне выпадает мпоку. 360 тысяч монет. Я бы купил бы себе 100 Иньест, блядь, но мне выпал мпоку. Купил бы себе Агуэра Суареса, но мне выпадает Баптистао. Класс, класс, просто супер. Супер, Йоханссон ебет.
выпал. А нет, это пахом. А на этом, дорогие друзья, всем удачи, всем пока. С вами был я, Антон Чейз. Здоровья, приятных грядущих зимних каникул. Не болейте. Сейчас я спущусь к соседу, обоссу его, разъебу все в его квартире за то, что он ебал мне мозг весь по копинг. Потом возьму его дрель, бур, или чем он там бурит, возможно, огромным стальным дилдо, и пробью себе башку. Пока. Эх, хвост чешуя, не поймал.